Всем привет, с вами Крейзи. И сегодня у меня одна прикольная идейка. Вообще она появилась на Твиче, ее зафорсил потом ТикТок. В чем же суть? Есть стример, который загадывает слово и после чего начинает его рисовать. Чат же обязан угадать это самое слово. Сегодня сделаю то же самое, но в БС. У нас будет один особенный гость. Ну как особенный, это Симпа. И мы постараемся сделать то же самое, что и там. Но рисунки будут полегче, хотя нет, как полегче? Они будут более детализированные, потому что там, может быть, чат несколько тысяч человек, а здесь Симпа один. И он постарается угадать все, что я нарисую, ну или напишу. Что ж, чего тянуть, перед началом с вас лайк, подписка. А мы полетели. Приятного просмотра. Ну вот мы же и в руме, и правила все ему вроде как и написал. Но я думаю, он сам это знал, даже и без меня. Все свои рисунки я буду делать в мапмейкере. Иногда буду сохранять, чтобы Симпа сразу гадал, а не ждал до конца рисунка. Что ж, давайте начинать. Первое чисто разогревочное. Первое очень простое, давайте поставим один блок, пусть он постарается угадать чисто по цвету. Я понимаю, что скорее всего он не угадает, но карта сама по себе очень простая. Но вообще она такая первая и единственная, остальные будут связаны с Симпой. Не просто же так он здесь, пусть гадает, что связанное с собой. Будет весело, если он будет угадывать, конечно. А если нет, то ну не особо. Что ж, ждем, по цвету вряд ли он угадает, потому что ну блин, сложно. Хотя я сказал, что изи будет сейчас, первое вообще простое. Ну а нет, не сказал. Ну, он догадывается по-любому. И вот и ответ Симпы. И нет, это не говно. Хотя по свету, кстати, подходит. Но нет, это неверно. Ответ, но могло бы быть вполне. Но мимо, сегодня мимо. Ну все, карта полностью готова. Она легкая, но она то она и первая. Чтобы Симпа хотя бы что-то угадал за сегодня. Вы тоже гадаете вместе с Симпой? Пишите в комментах, угадали вы или же нет. Потому что будут реально сложные. Но здесь все просто. Я думаю, он это угадает. Нет, это не кошка. Вот, собака. Да, это собака. Угадали вы быстрее Симпа или нет, напишите в комментах. Я думаю, вполне. Ну тут уже все ясно, это просто. Погнали дальше. Вот это будет сложно рисовать, но я постараюсь. У меня появилась проблема. Я не могу нарисовать глаза. Ну не получается, кривоглазие какое-то. Что это? Сейчас вообще глаза на лбу. Тело нормальное, а глаза не выходят. Сейчас будем как-то исправлять. Пока это в работе будем думать. Ну, так что ли? Ну, отстой, сейчас переделаю. Ну, вот и вторая карта. Она не полностью готова, но на 70% где-то. Тут всего лишь два слова, надо собрать эти слова. Ну, я думаю, все очевидно, ну как? Можно догадаться, хотя бы с этого уже можно догадаться. Это сложно, но можно сделать. Тут не хватает всего лишь одного фрагмента. Да, получается одного. Если он сейчас не догадается, я его построю, и будем же там ждать, угадает он или же нет. Но мне кажется, он может сейчас догадаться вполне. Такой шанс есть. Он что-то печатает? Нет, неверно. Да, вообще мимо. Очень мимо. Погнали сразу дорисовывать. Здесь он не угадает точно. Вообще без шансов. Первое, что я сделаю, это подпишу, собственно, кто это. Это Симпа. Ну, если вы не догадались. Я пытался красиво нарисовать. Вышел не очень, но мне кажется, вполне себе похож. Так, это Симпа, и она еще кое-что дорисовать будет. Я думаю, да он должен угадать, это уже становится слишком просто, особенно если подписывать. Все, человечка подписал, осталось нарисовать последнюю деталь. Мне кажется, он угадает. Сейчас это вполне себе реально, более чем. Да и вы большинство тоже угадаете. Появился вопрос, похоже ли это на телефон или нет, мне кажется, ну не особо, и придется его подписать. Напишите, кстати, в комментах, похоже это было на телефон или нет. Мне кажется, вполне, особенно с надписью «БС». Но Симпа может не догадаться, и поэтому придется подписать. Что ж, я сейчас допишу, и увидимся в меню. Эта божественная постройка готова. Что же это? Здесь два слова, которые, надеюсь, вы хотя бы угадаете, если Симпа вдруг не угадает. Но мне кажется, он справится, он обязан справиться с этим. Это не так сложно, смотрите. Человечек это Симпа, сердечко и телефон с Brawl Stars'ом. Что же это такое? Ну хз, ну в смысле хз, это же просто... Ну это же правда просто, посмотрите. По-моему, я бы угадал, мне кажется. Да в смысле я? Что? А кого что? А при чем здесь телефон, типа? Хотя нет, логика как бы прослеживается, но нет. Это не я. Я вот ставил, что он угадает, сейчас я бы поменял свое мнение. Но по-моему, это же идеальная постройка, я бы... Ну хотя я не знаю. Сложно сказать, но мне кажется, я бы угадал. Давай еще попытку, ну Симпа, давай. Он меня не слышит, кстати, можно было сделать через ДС, чтобы он мне сразу отвечал. Но у меня нет такого опыта, и у него тоже, и,
ну, такой себе. Чтобы сразу двое говорили. Было бы довольно странно. Так, люблю БС. Слушай, почти. Мне кажется, можно было бы и засчитать. Но пусть он еще раз попробует. Последняя попытка. Он уже очень близко. Прямо такие, да. Что ж, давай еще раз, давай, симпа. Я в него верю. И он ментально это понимает, по-любому. Я считаю, что это прям в точку. Слово было не «моя любовь», а «любовь симпы». Он так и обязан был написать, чтобы один в один. Но суть та же. Получается, он угадал. Он думал довольно долго, но мне кажется, по постройке было, ну, более-менее понятно, как-то логически. Ну, или мне кажется. Третья постройка почти готова, мне кажется, здесь. Он еще быстрее догадается, потому что она прям логичная. Тут по надписям все прям понятно. И он обязан сразу написать эти два слова. Снова два слова, всего лишь два слова. Так, здесь А получается. И готово. Сейчас поменяем вот эту штучку. Немножечко поправим, а то она как-то залезла здесь. И готово. Ну, мне кажется, он догадается очень быстро. Потому что здесь все как-то логически понятно. Я думаю, догадается прям сразу, поэтому погнали в меню. Сейчас я поправлю. Постройка получилась даже более гениальной, чем я ее представлял. Как вы думаете, какие здесь... Два слова. Два слова, опять. Здесь все намного проще. Что, симпа, давай, пиши. Он должен угадать, я думаю, он угадает. Потому что здесь, ну, тяжело не догадаться. Давай. Два слова. Да, он понял. Нет, это не симпа про, как ни странно. Это не симпа про. Давай еще раз. Вторая попытка. Не симпа про. Что же еще он... Симпа скилл. Блин, близко, но чуть-чуть мимо. Было уже близко. Еще одна попытка. Прям почти в точку, но не попал слегка. Там другое слово вместо skill. Немножечко прям, чуть-чуть. Интересно, какое? Непонятно. Будем думать. Да он догадался по-любому, просто не хочет писать, потому что... Ну, потому что это симпа. А нет, написал. Симпа, unskill, правильно, угадал. Круто, да? Вот это хорошие слова я придумываю. Мне лично нравится. Давайте последнее, завершающее. Она будет еще лучше, чем вот эти все. Там будет слов, наверное, такие 10, что-то такое. Но ему это знакомо. Изобразить вот это будет тяжелее всего. Но если хотя бы чуть-чуть похоже я сделаю, то будет уже имба. Он угадает сразу. Я уверен, что он угадает, потому что ему это знакомо. Что ж, я дорисовываю и вам показываю. Поэтому увидимся в лобби, как бы это плохо ни звучало. И мой рисунок готов. Я еще в точку попал, здесь ровно 10 слов. Прям ровно. Я думал, на самом деле, будет поменьше. Но все же, если он догадается, хотя бы чуть-чуть, то будет все сразу понятно. Смотрим. По-моему, все ясно. Большинство из вас явно догадается. Так скажем, это знакомее, чем кажется. Ну да, немножко. Ну ты же главный гость, это логично. Ну, наверное. Мне кажется, это вполне себе логичным. Что ж, ждем его варианты. Он что-то печатает. Мне кажется, он обязан, я просто уверен, что он догадывается, что это. Процентов на 200 я в нем просто уверен. Может быть, он не напишет, но он точно знает, что это значит. Нет, какие гемы, нет. Процентов на 200 он точно знает, что это значит. Давай сыграем катку и, так сказать, рассмотрим ее вблизи. Вдруг появятся какие-то варианты. Вдруг. Что ж, увидимся в катке. Вот как вы думаете, что бы могла значить эта постройка? Вот это похоже на череп, нет? Вполне себе, мне кажется, очень даже, зачем он его сломал. Вот это непонятно, что. На самом деле, было сложно рисовать, и получилось не сильно понятно. Но по остальным предметам, если вы понимаете хотя бы чуть-чуть, что это, то, по-моему, можно сразу понять. Он обязан догадаться, что это. Я не могу вам сказать, но мне кажется, и вы тоже догадываетесь, потому что это просто. Ну и там человечек и надпись «Лох». Ой, сдох. Ну ничего страшного. Будем надеяться, что он успел все рассмотреть. Ну, по-моему, вышло неплохо. Вообще хотел сделать человечка, вот сидящего на этом чем-то. Но не получилось. Сложно нарисовать, особенно в Brawl Stars'е. Да и вообще рисую здесь я как бы, ну, так себе. Прям на троечку. Как он догадывается, вообще я в шоке. Нет, опять мимо, симпа, что ж такое-то? Не крейзи, лох, трусы в горох, сел на лавочку и сдох. Близко, но опять не то слово. Ну что это такое, симпа? Опять не то слово. Давайте сейчас поменяем кое-что. Секундочку. Ну вот, так-то лучше. Еще варианты, симпа. Что же это может быть? Интересно. Ну, то, что он догадался, это уже не секрет. Вопрос в том, напишет ли он-то или нет. А тут точно 10 слов? Так, вроде да, 10. Что ж, и да, он снова угадал. Симпа лох, трусы в горох, сел на лавочку и сдох.
Верно? Ну а на этом у меня все. По-моему, получилось классно, Симпа угадал все, что я ему загадал. Самое сложное было второе, хотя на мой взгляд, ну как, я рассчитывал, что второе легче будет, чем третье, но по итогу получилось вообще не так. Что ж, на этом видео подходит к концу, понравилось, ставь лайк и подписка. Спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.